старіла мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село мальчиков из русских не пришло. Как-то раз присылали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью свой разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Алексей! Алеша! Все ждала вот-вот сейчас в окно.